Всем добрый день. Первая серия была, как я ехал, все было замечательно. Вот, нафталатовые ванны. В общем, ну, они вот там, вон там, низко где-то. Короче, туда идти надо. А вот я, вроде ж сухо, да, классно. И я ж так думал. Вот. Мы единственное, только здесь немножко постряли. Вот. Сейчас я пойду машинку. Это я тут уже часа, наверное, 3 ямки рою. Вот. Обойду, покажу, что получилось. Ух. Вот. Ну, сколько я, конечно, продвинулся. Вот. Окончательно, бесповоротно. Никакие камушки. Вот, с трассы вот поспали камушки. Ай-яй-яй. Короче, и бездыханно мы сели. В общем, пытался, есть трасса километров, ну где-то метров 100-130 вот, на гору подняться, и будет это. Попытался голосовать, чтобы кто-нибудь меня помог, ну, вытащить. Братство, шиш тут никакого братства. В общем, часа 4 уже прошло. Дозвонились МЧСникам. МЧСники нам сказали, чем помочь не можем. Угрозы жизни и смерти нету. Вот. Но далее номерки телефонов эвакуаторщиков. Эвакуаторщики сказали, ой, не, дурак. И сам туда залез, мы туда не поедем. Вот. Ну, сарафанное радио нашли мы. Значит, тот, кто сюда все-таки возит людей, ну, возил. Вот. Но местные это знают, что здесь фигня это непролазная. Ну, а мы, увы, не знали. Вот. Сказал, через часок подъедет, возьмет тросов. Ну и рубля за 2,5 меня вытащит из этой лужицы. Вот. Вернее, это даже не лужица. Короче, это грунт размытый был, намытый. И машинка в него булькнула. Вот. Короче. Не зная броду, несуйся в воду. Так что внедорожники тоже засаживаются. Вот. Всем удачи, до новых встреч!